да, вот позавчера ливень шел. Полностью вся дорожка была в ливне. Вот так вот лупка. Так вот лазит. Постоянно. Вот как-то, я не знаю, мы тогда скидывались, получается, делали вот канавку вот здесь, и там чуть дальше еще как бы речка там протекает небольшая. Более-менее было. Но сейчас же опять все растопталось, вот так в ложбинку, и опять вода течет. Была вот такая канавка, уже вот такая и вот такой глубины. Вымыла. Да, вот буквально когда позавчера чистили ребята. Вот так пробивали под стенкой, там когда устали, копали все жители. А здесь вот когда начинает, да, здесь вот все несет. И сверху, оттуда со всех. Сейчас, когда тает, очень неудобно. И оно течет, намерзает, люди скользят, падают, так что весело живем. Я здесь не живу, но очень плохо, видите, как спускаться, это вообще невозможно, особенно когда лед скользко, хотя бы какие-нибудь прямые тропиночки делали, были как лестнички, это хорошо, а дети как ходят, я не знаю. Затопило у нас, мы же внизу, затопило полностью. Никто за нас не беспокоится, никому мы не надо, не нужны.